никак. Серега, ого, там ракет! Ой, ай, ай! Ух ты, в воздухе добил! Ну какой зараза ты! В воздухе добил? Ну какой же ты дикий! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка Фуфло, Серега, Гафака, Плеймаркет, Сергей Тайм, Гусанек, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Ребята, вы уже все поняли с названия, что у нас сегодня эпический ролик, где разные NextBot и Абунга тоже будут ломать наши гигантские, здоровенные постройки. Если тебе не кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. О, вот этого... А, кстати, у нас уже был похожий замок, но это не он, потому что это очень далекая страница. Это маленький замок. Это челепиздрический тут замок. Поехали. О, и Соника поставлю дерточечком. Смотри, смотри. Как? Он что, под низом пролез? Как это работает? Ой, музыка играет. Соник всех! Саник? Саник. Последние две ябунги. Сейчас растерзать этот замок за 5 секунд. Ого, все дрожит. Надо спрыгивать. Они уже растерзали. У вас тоже дрожит как-то все? Ой, лагай, ой, лагай. Ой, 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 ой. Кубы летают. Что за бред творится? Я умер. Ого. Я живой. Господи, что происходит? Смотрите, как они разбирают просто. Давайте посмотрим, кто же останется в живых. Так, у нас еще живой. Фуфло, и Тучка, и Серега. И Гусанёк. И Саня. 4 человека, давайте уже посмотрим. Кого убьют... Оба! Серега есть. Ух ты! Ха-ха-ха! Мне только по башке дало! Ха-ха-ха! Прикольно! Фуфло есть. Остался и Тучка, ты победил! Нет. А еще Гусанёк, ладно, ладно. Так, ну что, давайте посмотрим, кто же из них выиграет. Вы сейчас умрете вдвоем, скорее всего. Да, я надеюсь. Да. Ого, ты просто за... Я еще держусь, я сейчас упаду. Подожди, а что это? А ты законно это сейчас сделал? Это же как было. О, все, молодец. Ой. Если бы ты на здание не приземлился, ты проиграл бы. Это все, сейчас умру. Все. Прощай. А может Гусанёк умрет, с чего ты это взял? Так про паркур, да, Санька туда. Че ты стоишь? А где Тучка? Вот он тут. Это тебе же не... Нет, стой, просто стой, сейчас Гусанёк умрет, смотри. Ну! Блин, возле головы прям пролетело этот кирпич. Нет! Ну, три! Да. А как тут куб висит? Супер клеем, пацаны. С божьей помощью Дима висит. На молитве. Он на молитве висит. Хард не... Он все... Ого, все. Пацаны, короче, давайте над ними все вставайте, и они их будут дамажить. Вы что, косые бунги? Давай нормально прыгай, э? Давайте, давайте, давай. Во. Косите. Во. Офигеть. Косые они. Косить! Да-да-да! А! Есть! А, это фуфлик. Все, мы... Все, он умер, он умер первый. Что? Это дом в воздухе? Давайте по приколу в доме в воздухе повыживаем, а чё бы и нет? О, давайте сначала изучим, что это вообще за карта? Мы же такую ни разу еще не брали. О, барная стойка, пацаны, приглашаю вас всех посидеть и выпить коктейля. Смотри. Дай на кухне посмотри. О, у тебя тут нормально все сделано. И смотри вниз. Я вижу, вот они все. Дима, смотри вверх. Я башмаки ваши вижу. Молодец, у меня мокасины. У него лапти. Слышь, ну прикольно сделано. Все. А, тут сквозь. Я знал. Да, конечно. Короче, все, выбираю самую высокую точку. Погнали. Не, три абунги, короче, пацаны. О, велик мой. А, это ж Гусанька велосипед. Опять Гусанька. Ну. Пацаны, вот сейчас. О, там кто-то шаурму потерял. Ой, Саня, а ты чё? Тебе вообще нормально, то, что у тебя голова в стуле застряла? Да. Я, короче, посмотрел, он взял унитаз и меня убил. Унитазом замочил. Парашки прям. Ладно, мне даже со стороны нравится, смотри, как он разрушает эту постройку. Все ломается, все летит. Так, меня не надо. Нормально, да, мы тут сидим. Да, пацаны, прощайте, прыжок. Прыжок вверх? Ух ты, паровоз кто-то потерял. Паровоз. Ну, паровоз выпал. Я на соплях держусь, Дима, помоги. Так, прыжок. Бум, полетело. Серега, ты нормально себя чувствуешь? Все понятно? Вообще, я хочу, чтобы Серега выиграл. Дима, помоги, мы на соплях держим. Нет, пацаны, вы сейчас умрете. Смотрите, прям под вас прыгает. Гафака, мы на полке какой-то с Тучкой сидим. Попади.
Это шавуху втихаря кушаем. Да-да-да, мы со стола её забрали и сидим, кушаем. Как собаки забрали. Ух ты! Серега, аккуратно, там чуть тебя не убило какой-то кабакой. Ух! Вот это салют из дома! Это эпично было! Мы сейчас сдохнем. Дима, ты не говори так! Через нее ты падаешь. Ну, значит, не падает, как-то ж Серега не падает. Тучка, не говори. А ты, Серега, что, выиграл? А нет, тут еще вот и тучка, и гафака. Они косые, ура, они косые. Ну это ж до поры до времени косы, понимаешь? Ты видел, просто все разломалось под нами. Я боюсь. Во, пацаны, прощайте! Я боюсь. Бу, это классно! Стука запчастей от дома, кстати, идет очень классно, все оптимизировано. Не на меня, ну что ты делаешь? Вот, прыгает Абунга, который смертельный номер. Смотри, вот. Ну ты допрыгнуть можешь, э? Вот. Выкос. Нет, жить мы будем жить. Жить. Тихо. Серега, ты выиграешь, я прям чувствую это. Хэштег жить. Игрушечка, живи. Тихо. Как вы там живете? О, вы еще на столе стоите. На! Дима, я, Серега, ты победил! Реально он выиграл? Да, Серега, ты победитель! А ну-ка, давайте посмотрим вот эту постройку. Ё-моё! Это же шар воздушный? Давайте еще на воздушный повыживаем, чего бы и нет. Какой пацаны, птичка? Там кто-то абунг ставит сейчас. Кто же? Я не знаю, всего-навсего 10 штук. Дима с ТВ. Да, согласен. Ой. Погнали. Да, давай. Молодец, я знал. Ладно. Вот ты смотри, идет. Серега. Нет, помоги, подо мной не пожалуйста. Надо. Не помогу, никак. Серега, ого, там ракет! Ой, ай, ай! Ух ты, в воздухе добил! Ну какой зараза ты! В воздухе добил? Ну какой же ты дебил! Марк, отойди! Так, смотрим. Тут на это на бочке сидит, так и тучка, плеймаркет и жьяба. А что, за, а что за жаба? Ух ты! Я еще живой. Дима, я сзади тебя. Сейчас и тучка умрет, смотрите. Тихо. Вот это жесть! Ну как вы там живы? Да что это за бред? Да как они все рядом прыгают и не убивают вас? Потому что они... И ту... Огурчатукс! Жьяба. Ася. Почему жаба? Потому что... А кто ты? Сейчас буду ставить хрупкое здание, которое может разломать один абунг одним прыжком. Готовы его увидеть? Это самое ракетное здание, которое, наверное, будет сейчас ставиться. Я не знаю как, но мы должны тут все поместиться. Это, знаете, как говорится, в чесноте, но не в обиде. Серега, ну давай к нам. Пацаны, приглашаю все в гости ко мне домой. А, туалета нету, сразу говорю. Гусанёк, ты не влазишь. Я поднимался по этой лестнице час. Хорошо, все, все залезли, все залетели. Я на голове. Да все, тихонько, пацаны, один абунга маленький. Это было очень просто. Мне кажется, следующее выживание это надо делать в унитазе. Ой, в туалете. Деревенская. А в туалете там все вот это вот лежит. Такое коричневое. Дима, да? Ты не хочешь на меня съесть? Ух! Я бы все вместе убрал, поверь. Вообще как пирамида какая-то. Дима, наверх посмотри. Да тихо, фу. А это что мне воняет? Костями. Костями воняет. А кости пахнут. А бунги, вы что гоните? Тут такое здание, придется 100 штук ставить, ну хорошо. Ставь. Да, Дима! На, давай. Вот, все, понеслась. Ура! Опять жаба выиграла? Ты че гонишь? Да. Эй, жабодав. Ой, жабодав, кстати, хорошее имя. Жаба, фамилия Дав. Ставлю дом Сереге. Как тебе домик, Серега? У тебя очень классный домик. Красиво у тебя, Серега, дома. Вот отсылка на то, что это Серегин дом. Кстати, в натуре, Серега, на тебя даже похожий чувак. Где? Где? Да вот картина здесь.
Это я. А, ну идем на второй этаж посмотрим. Что-то. А, ну подожди, а что у тебя тут вне? Паладинник. Это же я из GTA-шки, точно. Это его разве дом? Да, да. Дима, стой, иди сюда, стой, вернись. За мной. Смотри, что тут еще у Сереги есть, он еще припрятал. Что? Ого, Серега, ты ничего же, это законно вообще? А где вы? Шо? Я оружие все забрал. Ладно, я позабирал тут, короче, оружие, у тебя патроны. Что? Ракеты. Все, я все забрал, спасибо, Серег. Дима, зайди на второй этаж. Иду. Ну вы зачем дом-то сломали? Ванная комната. Да подожди, тут ступенька кончитлыгаская. Вот где рак. Дом горит. Да иду. Серега, тебе кто-то дом поджег, ты понимаешь? Да подожди, я не могу. Вот, сюда, наверное, да? А то спальня. Туда, за мной. А, вот, нашел, да. Так, да блин, пацаны, ну дом. Да ну дом. Ты какаешь? Ты бы не смущался, если бы мы все стояли и смотрели, как ты срешь. Ну, если, допустим, ну, срать в раковину, ну, это вообще жестко. Ты будешь пальцами так в сифон пропихивать, или ты руками уберешь? Он съел. А он тарелку туда поставил, ладно? Микроволновка, тарелка и нужна. А еда? Это еда внутри у меня в животе сейчас будет. Ладно, пацаны, пошутили, хватит, я ставлю бунгу. Наконец-то. Поехали! Ничего, надо же в каждый дом посмотреть, мне интересно. Боже, говно в тарелке. Вот что, и тучки кажутся смешными. Тарелка в говне. Сладкий хлеб по-хому. Серега, скажу так, что Итучка очень любит коричневые коржи. Нет. Жареные на масле. Это вот сладкий хлеб по-хому. Дима, ты вообще любишь шоколадные эклеры собственного производства, так что молчи. Серега, ну у тебя дом лагающий, ты понимаешь? Я ставлю их, у меня лагает, то я их ставлю, ребята, пусть будет слайд-шоу, пусть. Но сейчас они подойдут до этого дома и его разлагают. Ну подожди, они же 1 секунда, 1 кадр, ну подождите. Ого, вообще жесть. Покажи шоколаду. Опять жаба Клава выиграла. Жаба Клява. О, кстати, они реально разлагали, Дим, ты был прав. Я знаю. Клин клином вышивается, понимаешь? Кто залагал, тот и разлагивает пусть. Мой милый дом. Серега, мне кажется, его можно собрать назад. Давайте вот сейчас с физганами Серегу из дома соберем. Я представляю, если нам сейчас... А представьте такой прикол, заставить всех идти физганом дом Сереги назад собрать. Это будет сарай жесткий. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока-пока. Это эпично! Это был попал.